Хорошо, Маша начала. Обыграла Елену Янкович и Гизеллу Дулко. Затем были проблемы, в том числе и травмы, но вот в прошлом году вновь заявила о себе очень. Здесь пока не прибилась. Тридцать-пятнадцать. Вот мы говорили о том, как... Неудобный. Здесь чуть-чуть мяч сдувает. Не так сильно, как на остальных кортах. Ну да, все-таки тут арена прикрыта, да, и большими трибунами. Да, трибуны большие. В этом году был четвертьфинал в Шэньчжэне и в Хобарте. Определенное количество матчей есть. Ох, молодец, на противоходе как поймала соперницу, а. Молодец. Увидела, что... Тем временем брейкпоинт у Диас. И вновь подача через центр. В этот квадрат. И сменила направление в этот квадрат, уходящая была. И... Плотная достаточно скорость на задней линии, она может и к сетке выходить. Неплохая подача. Видим, что вот здесь опять она в одном ритме играет, да, удары плотные. Ну, практически 5 лет прошло. В 2010-м она тогда обыгрывала Дулко и Янкович. Первый сет без проблем берет Мария Шарапова. 6-1. Первый сет за Марией, и она подает. Ну что, сегодня еще в вечерней сессии Рафаэль. Ну вот опять первый сет легко выиграла, и тут же нечего терять. Она может сыграть на свободе. В первой партии не получилось. В скорости превосходила ее Мария. Может быть, удастся прибиться во второй партии. Жаль, но удар с лета подводит Шарапову. 12. Хороший удар в исполнении Зарины. Ну так принимать Мария умеет. 8-6 в решающем сете. И до этого также был трехсетовый поединок против... Обычно ее порой 2 матчбола у соперницы не сбивают. Да, иногда она лучше играет на приеме, но здесь было очень нужно... Очень неудобно направить подачу. Но вот здесь... Вариант. Да, Сирена не постеснялась. Кстати, тут... Просто она не хотела в таком же, как у Сирены. Проверяет Мария. Бушар покрутится немножко, чтобы платье показать. Не всем это понравилось. Билли Джин Кин назвала это сексизмом. Не будем развивать тему. Здесь здорово играет Маша. Казалось бы, неудобная подача, но у Маши такой прием.
с места. Не угадала, Маша. Бежала больше удес. Во второй квадрат всегда Зарина выбирает направление подле с ошибки. Рискнуть. И вновь пошла, выиграв у Веры Звонарёвой, уступая 3-5. И у Веры было несколько сетболов, но Сирена выиграла и сет, и затем... И... Ошибается Зарина. Очень обидная ошибка. Простой был. Но видно, что такая скорость удобна для Шараповой. Нужно пытаться или сильнее, или медленнее пробить. В одном темпе она чувствует себя, как рыба в воде. Ну, понятно, сейчас... Прошлый сезон получился феноменальным. Выиграла все, что только можно, на медленном покрытии. А вот другие большие шлемы не удаются Шараповой. Ой-ой-ой. Все сделала, чтобы выиграть очко. Высокая девушка, а тут просто практически с пола подняла его. Да, но здесь была пустая площадка, где ошиблась. Конечно, драйвали из любой точки. Причем это был очень непростой удар. Мяч летел в центр и... Где-то команда, да? Не уверена, Зарина. Он был с ней. Делает брейк Марии и будет подавать на матч. Зато подача на вылет завершает матч Шарапова. Ну что, 6-1 в двух сетах. Даже испугаться особо не успели. Неожиданно легко все сложилось для Марии Шараповой. А выходит следующий круг, где будет играть с китаянкой Шуай Пэн. 1:01. Вот именно столько продолжался этот матч. Поздравляем Марию и ждем ее в следующем раунде.